Добрый день, дорогие друзья! Сегодня готовим пастилу из черной смородины, кабачка и банана. Посмотрим, как это у нас получается. Нам понадобилось 600 грамм черной смородины, один небольшой кабачок и один банан. Делаем массу для пастилы в блендере. Сахар добавляем по вкусу. Я добавила 4, можно 4-5 столовых ложек сахара. И дальше полученную массу разливаем на поддоны специально для пастилы. Предварительно эти поддоны смазаны подсолнечным маслом, чтобы пастила не прилипала. Вот пастила, и мы ее сворачиваем в рулон. И потом укладываем в контейнере, можно разрезать, и вкусная ароматная пастила на зиму у вас готова. Эта пастила заменит вам конфеты и сладости, которые в магазине не очень полезные. А для тех, кто любит сладенькое, это прекрасная замена для магазинных сладостей. А вы пробовали готовить такую пастилу? Пастилу можно делать не только из черной смородины, из любых фруктов и ягод, добавляя яблоки или кабачки, также бананы. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, мы всегда рады ответить нашим подписчикам и поделиться своим опытом и информацией. До новых встреч, дорогие друзья!